Ой-ой-ой, какая песня. Ой-ой-ой. Words and only words. Здравствуйте. Привет, друзья, на 2-2 собрался. Но это была затравочка на самом деле. Я не знаю, как бычок кудрявый. Да, кстати, кудрявый. Кудрявый. Как ты? Нормально, в принципе, все неплохо. Выходные прошли довольно-таки задорно. И от этого небольшой осадок. От того, что я потерял много времени, не тренировался 3 дня уже. Сегодня я пошел на пробежку. Привет, Анастасия. Сегодня на пробежечку пошел, и так тяжело было, невероятно. Здравствуйте. Так. Можно чуть потемнее, да, вот. Так, когда на проект? А что за марка машин у тебя? Hyundai Solaris. А на проект я пока что не пойду. Красавчик, спасибо большое. Дом 2 Чузен, здравствуйте, господа. Сегодня в шоу ББ ты был такой симпатичный, цвет очень идет свитера. Спасибо большое. Витя Джан Салам. Здравствуйте, дорогие мои люди. Когда на Дом 2 вернешься? Пока не планировал. Надеюсь, шутка была насчет возвращения на проект. Ну, типа шутка, да. Да, шутка. Ты где? Я сейчас в Краснодаре. Ты как, Настя? Как дела твои? Организуешь, смотрю. Вот, кстати, вот свет, да, дневной разный, делает мой цвет глаз совершенно различным от обыденного. Вот, в общем, на самом деле, что я думаю, я, наверное, перееду в Сочи. I don't wanna be lonely no more, I don't wanna have to pay for this. Блин, хорошая песня, раньше я постоянно слушал. Альваро, здравствуй, здравствуй, дорогой. Я видел, ты зашел, помахал, второй раз помахал. Так, в Сочи я перееду. Что вы скажете? Сочи хороший же город? Бомба Сочи, а не город. Буду ходить по набережным, смотреть вдаль и собирать, и наполнять пакетами пакет. Опять нос чешется, не в тему. А вот. Так, у кого? Ну, скажите мне что-нибудь, скажите мне что-нибудь. А, шикарный мужчина, спасибо большое. Надеюсь, шутка, что тебе Юля Белая понравилась. Ну, да, это не есть совсем правда. Скажи привет, Привет, Екатерина, я хорошо в Москве, будешь звонить, обязательно носишь. Привет с Михайлова. Михайлова, привет, сегодня смотрел выпуск. Ты поедешь обратно на проект? Нет, вряд ли. Где Саша? Я не знаю, где Саша. Почему Сочи? Что там? Сочи, мне нравится климат. Считаю, что Сочи хорошее место. Поздравь меня, сегодня право получил, мне будет очень приятно. Поздравляю, Сапоша Р, с правами тебя. Тебе легких дорог, я не знаю, что желают там, да, чтобы без неприятных ситуаций. Вот, в Сочи только работать, брат. А в Сочи приедешь, я туда в гости. Все, договорились. А в Сочи дорогое жилье, но там круто. Вторая Ялта, как в Крыму, курортный город. Да, в Сочи просто мне нравится контингент в Сочи. А Саша, правда беременна? Нет, спасибо, да не за что. Так, теперь бы мне по этим пробкам успеть до детей доехать. А вы не, спасибо. Все равно немножко я уставший, конечно, после этих выходных. Вечером еще надо пробежечку сделать, выгнать из себя всю воду. А, вот, привет из Забайкальского края. Забайкальскому краю тоже большой привет.
Красивые люди. Здравствуйте, красивые люди. Саша прервала беременность, да, да, да. Все именно так. Почему выбрал белую? Что первое пришло на ум, то и выбрал. Вот. Так. Немножко надо. А вот. Нет, мы не Саша. Мы не Саша. Мы Витя. Ой, господи, какая же пробка сумасшедшая. Казалось, ты такой родной человек, когда сегодня видел нашего. Когда на проект? Пока это была просто затравка, пока нет планов на проект возвращаться. Как с Брянской. Да мы с Брянской просто познакомились там. Я ее, ну, грубо говоря, не то, что первый раз увидел, но мы с ней познакомились только вот. Так, знали друг друга заочно. Вот и все. Если не идешь на проект, зачем пришел на шоу? Позвали просто. На самом деле, ну я не знаю, позвали, там звали всех, кто как себя чувствует. И позвали, говорит, кто как себя чувствует после проекта и какие планы. И так вот решилось, что спонтанно я сказал, что хочу на проект. У тебя дети есть? Да, два ребенка, два сына. Так, господа. Мне сейчас надо будет резко уйти на кровь. Господа, пропускаем нормального пацана. Спасибо всем. Спасибо. Езжу. Сыночки у меня. Привет из Барнаула. Барнаулу большой привет. Что еще? И в этого идешь на проект. Так. Тяжело, когда ждать тебя. Да нет, не надо, не ждите. Не ждите, живите своей жизнью. Какая машина у тебя? Солярис. Ну, я на Солярисе еду, это не моя машина. Давайте, ребят, пожалуйста, не тупите. Спасибо всем большое, спасибо. Поморгаем. Хотя постараюсь, когда я свинья сын. Так, ведь количество людей в прямом стало меньше после расставания с Шевой. На самом деле, у меня был период, когда мы с Сашей расставались, я был в Крыму, и количество людей у меня было нормальное, просто сейчас я мало выхожу в эфиры, и эфиры у меня какие-то темы, особо нет тем, вот, все нормально, поэтому, не знаю, вот, я думаю, если перееду в Сочи, будет интересно. Ты хороший парень, спасибо, вообще, действительно, белое нравится. Не, белое симпатичное, но уж, зачем бросил ее, потому что так нам будет лучше, так лучше и для Саши, и для меня. Я делаю лучше для всех, зачем так? Привет с Астрахани, Астрахани, большой привет. Витя, привет из Воронежа, Воронежу, привет. Ты где? Я сейчас еду по школьной, еду за детьми. Так, что еще? Ой, завтра, кстати, придет браслетик мне счастливый. Вот, я его покажу, прорекламирую. Так хорошо, что ты расстался с... Так, она какая-то ненормальная. Вы не общаетесь? Вообще нет, мы с Сашей вообще не общаемся. Сколько деткам? 7 и 4 года. Так, ладно, был когда-нибудь в Ставрополе? Нет, не был, но обязательно хочу посетить. У меня там много знакомых. Да есть дети, я только что же говорил, два сына у меня. Удачи тебе, Виктор. Спасибо вам большое. Что не делается, то к лучшему. Ну да, почти. Да не знаю, вроде бы была, может и нет.
всякое говорят. Так. Да, так, ладно, мне сейчас надо ответить одному человеку хорошему. Вот. Целую вас, обнимаю, коротенький прямой эфир. Обо всем и ни о чем. Всем хорошего дня, обнимаю, целую. Поздравляю всех с праздником. С праздником свободных людей. Все, все будет хорошо. Ты покажешь своих, а у тебя сейчас есть девушка? Нет. Все, целую.